Основная задача стоит обеспечение сбора граждан, посадки в подаваемый транспорт, формирование колонн и отправка в безопасный район по указанному маршруту. В состав пункта входит оповещение и связи, встречи, сопровождение, комплектование колонн, укрытие. Задействованы работники администрации для охраны общественного порядка, бойцы теробороны. По маршруту в данном автобусе. Если вы в пути, не переживайте. Отработан вопрос проведения, выполнения эвакуационных мероприятий по отправке людей в безопасный район в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Задачу поняли, практически отработали, серьезных проблем не возникло, задачу выполнили.